Ну а перед началом процесса его участники смогли ознакомиться с новым залом, который открылся в парке «Россия. Моя история». Его постоянная экспозиция посвящена нашей землячке Инессе Константиновой. В годы Великой Отечественной войны она была партизанкой. Ее судьбе был посвящен фильм «Сестры», который сняла наша коллега Ирина Чекунова. Инесса Константинова родилась в 1924 году в деревне Киверичи. Теперь это Ромешковский район. Затем вместе с родителями переехала в Кашин. В июле 42-го вступила в партизанский отряд. 4 марта 1944 года девушка, находясь в разведке, вызвалась прикрывать отход товарищей и пала смертью храбрых у деревни Лукьяново Псковской области. Посмертно Инессу Константинову наградили орденом Отечественной войны второй степени. В 1947 году были опубликованы ее военные дневники, которые были переведены на многие языки. Эти и другие факты из жизни Инессы Константиновой и могут теперь узнать посетители парка. Мы узнаем, почему, что, собственно говоря, воспитало в ней эту закалку, этот характер, это сильное чувство патриотизма, в результате чего эта девушка пожертвовала собой, своей жизнью за родину, за своих товарищей, прикрыла их отступление. И это, конечно, пример, это, конечно, образец для подражания для всех молодых людей, для подрастающего поколения.